Только самые быстрые зрители в мире успеют поставить лайк за 3 секунды. Однажды из лаборатории SCP исчез объект под номером 079. Его называли старым искусственным интеллектом или суперкомпьютером. К моменту пропажи SCP-079 был настолько силен, что мог управлять всеми силами планеты, мог останавливать время, вызывать метеориты, создавать ядерные взрывы, а также управлять остальными объектами SCP. После пропажи безумного компьютера в одном из городов начали происходить страшные вещи. Фонд SCP смог обнаружить опасный объект и отправил огромный отряд бойцов, чтобы его уничтожить. Но до места назначения смогли добраться лишь двое. Ну что, рядовой Фоня, осталось совсем немного, и мы прибудем уже в этот город. Наша задача — уничтожить суперкомпьютер и остаться в живых, иначе с нас снимут 3 шкуры. Ну, либо мы сдохнем. Я не знаю, каким образом компьютер пропал. Я тебя предупреждаю, аккуратнее, это Danger Zone. Здесь максимально опасно. Да, быстрее в укрытие, это ядерный взрыв. Офигеть! Быстрее в укрытие. Быстрее, быстрее, забеги, забеги, ты где? Я сел, аккуратно. Я улетел от ядерного, или что это такое, взрыв какой-то непонятный. Это был похож на ядерный взрыв. Вон, я тебя вижу, давай встретимся. Город догорает, в городе ядерный взрыв. Охренеть просто. А мы, ребята, с вами здороваемся, всем приветики. С вами по-прежнему Авер и Фоня. И сегодня, как вы смогли уже догадаться, у нас будут приключения, связанные с SCP в игрушке под названием Гаррис Мод. Всем привет, ребята. Ну что ж, наша задача — уничтожить компьютер, суперкомпьютер SCP. И смотри, Андрюх, на нашем пути уже всякие зомбаки, на нашем пути уже всякие монстры. Нечисть нечистая. Мы должны уничтожить, брат, это все. Погнали! Осторожно, у них еще головы прыгают. Да, я знаю, братан. Я знаю об особенностях этих зомбаков. Я научен. Где-то я их уже видел. Где-то я такое уже видел. Воу, надо было, кстати, наверное, гранат понабрать, но я что-то забыл все на базе. Экстренный был выезд, ребят, мы не успели подготовиться, забыли абсолютно все, но, блин, суперкомпьютер пропал. Нужно как-то это все, понимаете, уничтожать по фасту. Все это нужно... Не понял. Чего? А я прям к ним покатился! А что случилось? Стоп! Я не знаю, я просто вниз лечу. Братан, такое ощущение, что в этом городе нарушилась физика. Такое ощущение, что мы просто скользили. Боже, давай зачистим быстренько этих зомби. Надеюсь, их осталось мало. Надеюсь, их больше появляться уже не будет. А у меня прошло это. У меня это прошло. Аккуратно. Нет. Брат! Брат, я куда-то взлетел! Тихо. Братан! Я опять вниз упал. Что происходит? Нам нужно отсюда выходить. Что это за аномалии? Я просто не понимаю. Давай пробираться уже вглубь города. Побежали, короче, мимо этих зомбаков. Нужно так пройти. Давай. Зачищаем их. Погнали. Погнали, братан! Я замедлился! Пофиг на зомбаков, нужно зомби. Я замедлился, убить, бро! Убить. Это, я опять полетел, походу. А что был? Что происходит, ребят, в этом городе? Суперкомпьютер захватил абсолютно всеми законами физиками. Забудьте про зомби, офицер. Забудьте про зомби. Так я бегу, я не могу бежать. Ты видишь, как я двигаюсь? Да? А, так я тоже. Вот мое передвижение, я не знаю. Слушайте, они быстрее идут. Все. Я вроде начал бежать еще быстрее. Офигеть, ребят! Нужно комп сломать срочно. Этот компьютер завладел всеми законами физиками, завладел всем вообще. Это бог! Я просто в разные стороны кошмарит. А у меня я сейчас вроде более-менее нормально, братан. Не, медленно. Но медленно, да. Но самое главное, зомбаков больше нет. Давай пробираться. Я чувствую, что у меня это ноги к земле прилипли. А, я тоже не могу прыгать. Серьезно? Фух, такого я еще не встречал. Офигеть! Братан, наверх посмотри! Что это? Боже мой, кто это? Такие камни! Аккуратно! Огромные метеориты падают на нас, какие-то булыжники! Давай мы будем вместе, ты как-то слишком... А я бегу, как могу, бегу! Как могу, офигеть, братан! Что происходит? Опять каток начался! Я ускорился! Догони меня! Я в другую сторону вообще побежал, я сзади! И замедлился, братан! Офигеть. Я не понимаю, ребят. Вот это обучился суперкомпьютер. Вот прям это перед да. лицом это камень полетел. Сзади, братан, камни на меня упали. Ну, почти попали по мне. Я еще пока живу. Ох, ну нас после этого точно повысят, мне кажется. Черт возьми. Я надеюсь. Ты представляешь, что создает суперкомпьютер? Какое-то опасное вообще произведение, братан. Насколько это опасно? Это что такое? Братишка, я не знаю. Они как будто из каких-то
мышц, что ли? Что с ними? Этот суперкомпьютер, он создает, посмотри, вот такие точки, из которых они вылезают. Понимаешь? Он сам это делает. Ну, я не знаю, это надо срочно прекратить. Побежали! Аккуратно! Пытаемся отстреливаться! Я уже тут это как. Натуре как по маслу жизнь. Да! Офигеть, ребят! Ну за это просто лайк! Мы должны справиться с этим суперкомпьютером. Но для того, чтобы его уничтожить, мы должны собрать огромное количество лайков. Каждый должен успеть поставить лайкусик, иначе мы с Андрюхой не справимся. Опять я застыл! Бро! Ну, давай. Опа, слушай, а если присаживаешься, то быстро присаживаешься? Не. Ничего себе. Ну да, присаживаемся быстро, но идем все равно медленно. Вау! Бро, вон еще отстреливаю этих. Потихонечку. Это что? Где? Что это? Ты где? Это что? Брат, такое? Помоги я мне! В шоке. Да я здесь, все под контролем. Ну помоги под мне! Контролем. Офигеть, насколько, ребят! Насколько это возможно? Давай, давай, отбегаем, отбегаем, отбегаем. Слушай, жуков этих отрубил. Еще и огненные камни, вот это настоящие метеориты. А что они горят? А, это метеориты? Боже! Андрюх, я горю, потуши меня, Андрей, вот здесь, потуши меня. Потуши. Присаживайся, сейчас потушу тебя, давай, братан. Давай, бей меня тапками, камнями, бей. Аккуратно. Помогайся в земле, сделай бочку в земле, быстро, быстро. Фу. Потушили, потушили, аккуратно. Там огненные метеориты были. Офигеть. А жуки еще живы. Жуки еще живы тоже, ребят. А он меня подбросил. Это не тебя. Брат, ты наверху. Это опять физика сломалась. Вау! Что происходит? Опять какая-то бомба. Опять взрыв какой-то ядерный или какой, братан? А ты где? Я сзади. А вот и здесь. Я сзади. Давай продвигаться потихонечку. Давай вот направо пойдем, вот сюда. Ну, я только сказал потихонечку, и мы тут же, ребят, замедлились. Потихонечку. Просто капец. Если мы выживем, ребят, если мы уничтожим 0.79 SCP объект, то это победа. Если я правильно, кстати, номер вспомнил. Правильно? 0.79, по-моему, да. Ну, нам это не важно, на самом деле. Наша цель уничтожать. Все это для ученых. Циферки вот эти. Фух, Андрей, пробираемся глубже. Что там сверху уже такое? Братан, что это за огненный? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Не кричи только, братан. Не кричи, я и так боюсь. Давай-давай-давай, пробегаем. Самое главное, не загоняй. Вот они, SCP. Чумные доктора. Там еще один. Их много. Бро! Значит, мы близко очень. А ты где? Мой застыл, мой застыл. Твой застыл. Но, видимо, пули заставили его так встать. Давай, давай. Кинь гранату, братан, в них. Кинь гранату, пускай. Быстренько гранату. Стоп! Еще не понял. Ну-ка, еще раз. Стоп, меня... Да! Стоп, стой! Да! Это законы физики еще против них действуют? Я думаю, они что наши пули сработали. Они не кидаются! И, наверное, из-за этого еще мои доктора остановились. Где? Толпа целая! А эти ходят, боже, что этот компьютер бешеный делает? Оу, давай, давай, посильнее стреляй, братан! Но у нас слишком, наверное, мало патронов. Боже, а нет, поубивали половину. Нормально. Нормально, слушай. Аккуратно. Значит, друзья, мы идем в правильном направлении. Если уже появляются SCP, значит, мы бежим правильно. Я думал, а где SCP-объект? Они же должны... Вот они, его, вот идее. Они, чумные доктора появляются, ребят, прямо на наших глазах. Дурацкие чумные доктора, никто нас лечить не будет. Да, давай, братишка, я постреливаю. Вон еще выходит. Я чувствую, что мой прибор начинает прям работать отличненько. Ты взял прибор с собой? А что ты мне не сказал? Но он не работал до этого, сейчас офигеть, работает, видимо, из-за того, что ядерная бомба где-то свалилась. Где-то близко уже компьютер находится? Да, очень близко. Отлично! Очень близко. Это супер! А там что прямо, братан? Что там прямо? Какой-то кубик? Да, какой-то кубик, и он еще может, ползает. Может, это указатель? Ты думаешь, он нас троллит, типа, нет? Я не знаю, ладно, а давай. А показать на этого крабика? Давай продвигаться прямо, не, короче. Ну я... Ой-ой, слушай, он прям нам скорость дал. Ты чувствуешь, где у тебя вообще по приборам-то что показывает? Да, она шкалит капец прибор, но я знаю, куда, видимо, идти, я знаю. Веди меня, пускай меня ведет Андрей по приборам тогда, ребят. Прямо? Вот сюда вот? Ты идешь да, в переулок? Да, сначала нужно дойти, понимаешь? Давай посмотрим. А там сзади? Чумной доктор кого-то и причем кусает. Не один, там чумной доктор зомби. Помни, помнишь, что нам нужно убить машину, эту адскую, я не все... Про! Исчезнут, и... Стоп. А скромник, серьезно? Мы его не убьем! Братан! Мы его не убьем! Быстрей, беги, беги, быстрей! У нас я слишком слабые здесь... пушки! Быстрей, беги сюда! Тут офицер. Их много! Быстрей, куда? Сюда, в эту дверь! Братан, я подстреливаюсь! Заходи в дверь, заходи! Вот он, суперкомпьютер, Андрюх! Вот она, быстрее, наша беда! Его. Надо уничтожать, ребят! Посмотрите, взгляните, еще и горящий какой-то! Все, 3, 2, 1! Огонь! Давай, огонь! Вау! Фух, уничтожили! Давай проверим, там скромники выжили, не выжили, уничтожились или нет. Выходи быстрее, Андрюх, побежали. Мы уничтожили.
Мы уничтожили, Андрей! Мы уничтожили скромников, остались только некоторые зомби, но это не страшно! Фух, ну что, друзья? Дело сделано, надо выбираться теперь. Так, нам нужно выбраться, Андрюх, с тобой, чтобы все было нормально, чтобы тут нас повысили. Ходят. Да, ну нужно... Да... Где машина? Ну что, ребят, на этом наш ролик заканчивается. К сожалению, мы не выжили, но, к счастью, мы уничтожили суперкомпьютер, который хотел разрушить планету. На этом наш ролик заканчивается. Обязательно подписывайтесь на все наши каналы. Ссылочку на канал Андрей ищите в описании. Смотрите его ролики и стримы. Также в описании будут ссылочки на наши социальные сети, ВК, Инстаграм, все дела. Ну а также отдельное спасибо хотелось бы сказать Дарку, который нам всю серию сегодня помогал, ребят. И, в общем, он-то суперкомпьютер и был. Ну а на этом у нас все. Всем удачи и пока-пока! Всем пока, ребята!